В прошлом сезоне университет занял 8-е место из 13 высшей лиги А чемпионата России, хотя рассчитывали студенты забраться повыше. По словам тренера, повлияли травмы и невезение. В этом году состав обновился. Одни завершили карьеру, другие сменили клубы. Но есть и новички с опытом выступлений на высоком уровне. Как всегда, мы ставим задачи, и ребята настроены, и тренерский состав. Ну, естественно, попасть в шестерку, но там какой. В шестерке нас устроит любое место. То есть чем ближе, тем выше, тем лучше. Слабее не стали. У нас добавились игроки из нашей молодежи, алтайские воспитанники. Помимо доморощенных волейболистов пришли и легионеры. Усиление прибыло из Нижневартовска, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других городов. Например, новый распасовщик Александр Чернышов ростом 193 сантиметра прибыл к нам из Нижнего Новгорода. Его задача после приема – подбросить мяч так удобно, чтобы партнер мощно пробил атакующий удар. Я лично настроен попасть в тройку. Вот. А у команды, как я понял, чем место выше, тем лучше. Коллектив дружный, все вообще отлично, все хорошо. Город вообще отличный, мне очень нравится. Честно, ожидал немножко другого. Вот. Ну, пока все отлично, и все нравится и семье, и всем. Сразу после общения с фанатами и СМИ университет отправился в Тюмень. Именно там, согласно жребию, они стартуют в первых играх чемпионата. А вообще соперники нынче серьезные, команды со всей страны. Поддержать наших ребят на матчах в Барнауле можно будет только в январе. А пока пожелаем им удачи. Татьяна Голубева, Александр Захаров, Алексей Фризин. День с толком.